Всем привет, сегодня я еду на дёртах. Мы, кстати, приехали, покажи, что никто не видел. Да, где мы катаем. Нашли в лесу какое-то место, непонятно. Да. Вон сколько, мы вам покажем потом весь парк. Что, там сейчас я буду оттуда вкатывать. И вот тут попробуют вылететь. Ну просто, блин, на камере оно не передает тут такой градус. Где? Короче, Никит хочет с вот этой манкой вкатить, вот тут переехать. И вот тут получается вылететь с этой рампы, перелететь и вот сюда, вылететь, вкатить. Ну туда он не будет дропать, это рискованно слишком. Мы все-таки первый раз вообще в этой сфере. Да, и не на предназначенных для этого великах. Ну ты банихоп почти сделал. Ты почти банихоп сделал. Давай я. Давай. А, блин, на камере оно такое маленькое в жизни тут. 3 метра подъема. Вот откуда мы дропаем. Я не знаю, сколько метров. Так, куда мне стоять? Аккуратно на заплатку. Посмотрите на его размеры. Поехал. А, почти. Сейчас попробую раз 5 крутнуть велик прям полюто. Ну да, да. Я полностью вылетел, у меня колесо заднее полетело. Ну вроде. Уже лучше, чем я делал. В смысле, я почти никогда не взлетал полностью. Ну да, сложно. Стой, он сюда вроде едет. Почти 9, йоу. Так а что ты хочешь? Никит хочет с большой рампы вкатить. Ну вам не передать, сколько тут метров в высоту? Ну, наверное, 4 или 5. Вот она вот так. И градус где-то, наверное, 90. Сейчас. Ну где-то 95. Какой? Ну ладно. 95 это вот так вот. Нет, так 95 это наоборот тупой уже. А, да. Ну ладно, 100. Ну не 95, это я что-то перегнул. Ну он очень резкий? Ну, как-то, короче, да, жёсткий. Ну не то, что резкий, но он большой. Ну так он, во-первых, большой. Ну, 4-5 метров. Резкий. Свободно, да. Там кости, там кости. Ну он говорит, там корни. Там мы туда не едем, мы ж не умеем. Мы только тут. Нахуй. Я специально чуть-чуть. Все, Андрей, ребята, дропают. Едь. Ну тут реально большая скорость, не знаю, сколько километров. Ну 15. Может больше, я не понимаю. Хотя не км 20. Ну с этой стороны. Что? Блин, я на это еще. Всем привет. Меня вы вроде еще не видели. А вон Никит хочет вообще с большой вкатить, я после него тоже вкачу. Вон мы вкатывали с вот той маленькой, но она тоже, ну не, она маленькая. Все равно скорости хватает. Никит хочет отсюда, тут еще больше будет. Сейчас оно вообще будет нестись люто. Да, надо было там. Сейчас будет, ребята, дубль номер 2. Вот мой велик. Кстати, смотрите, зацените покрышки. Никита же был влог про то, как мы ездили покупать покрышку. Так она оказалась не говняной, а вовсе нормальной. Так он теперь выглядит. Оп. Оп, что-то я провтыкал. Хорошая. О, заднее колесо подлетело. Все, полетело. Да, почему? Давай на эту фигню. Что-то ты вообще понизу проехал. А? Так, давай. Я ярко сделал. Чуть лучше все стало видно. Я яркость настроила, лучше стало видно все. Вот это да. Тормозы яркие. Сейчас посмотрим, как ты.
Все, Андрей летит еще раз. Пробуем. Давай. О, ну сейчас да. Понуси. Плохо, плохо. Ну вот это довольно хорошо было. Ой, а зачем я это на видео? Да блин, что это? О, да. Да, блин, да, вылетать. Ну почти, почти. Мне кажется, была сама смерть, что плачет. Не, блядь, смеюсь она. О, ну сейчас нормас, нормас. Что ж, ребята, я думаю, что я довольно успешно прыгнул, учитывая то, что я, то, что мы с Неги там это делаем первый раз, ну и он успешно прыгнул. Просто у него велик вообще без подвеса. У меня хоть один есть, ну, в смысле амортизатора, у него ноль подвес, не говоря уже про двух подвес. И, короче, из-за этого он не может почувствовать вот эту рампу и сделать так, как надо. Что это было? А что это было? Испугались? Обосрался. Забудь. Да, хорошо. Это я еще ногами тормозил, потому что я обосрался. Так я знаю, ты вот так тут начал. Так я если бы улетел, там тебя сломался, потому что ты тормозил. Так а ты нафига там тормозил? Ты понимаешь, что ты мог через руль тоже улететь? Не, ладно. Нет, важно. Не, не мог, потому что... А, ну да, колесо крутится. Не знаю. Я просто не знаю, как я лечу, поэтому не могу ничего сказать об этом. Ну ты у тебя тысячи на новый телефон, Никита. О, кстати, ну через камеру это выглядело не очень плохо. Ну, я не знаю, но как-то. Два я. Не. О, хорошо прям. Заднее колесо на середине было, хорошо залетело. Да, шо? А что ты рампу ломаешь? А? Что ты рампу ломаешь? Это... Понос. Метание ядра. Сука, ты можешь запикать? Нет. Блин, не надо. Я маме вырежу моменты с матами и подправлю. И скинешь маме. Да, в телеграм. Ну, могу вайбер. Ну, вайбер, она больше вайбера. Ну, хорошо. О, блин, хорош. А? Хорош. А, привет. Это Гитлер катается, этот. Люто катается. Мы тоже люто катаемся. Жести. Блин, это, ну хорош. Я чуть плохо заснял, как он здесь вылетел. Некит катает. Кат. Лети. Блин, опять. Я тоже чуть-чуть. Ну я чуть-чуть плохо колеса заснял, но ты нормально передним вылетел. А где было заднее? Где-то вот тут вот. Как? Почему? Вот сейчас самое нормальное ощущение будет. Просто ну не подвес, на нем ну, тогда... не чувствуется, и как-то и твердый, и больно, и трясется все. Ну так вот. Главное колеса сейчас нормально заснять. Ой, хорошо, вроде бы. Вот, я вот сейчас, да, я прям смотрел на дорогу. Ни хрена! Вот тут вот, по-моему. Подожди, надо пока. Ну, неплохо, неплохо. Чуть-чуть, наверное, заднее было чуть-чуть. Ну, вот тоже хорошо. О, хорош! Когда-то, ребята, мы получим жесткие велики, МТБ, будем и их, и будем реально да. Здесь катать. Это только начало. Когда вырастем. Мы еще с нами популярны. Вы еще нас где-то увидите. Вот у Некита 1600 подписчиков. Объясните мне. Пацану 13 лет. Почему? Почему так мало? Вы понимаете, какой крутой контент ну Некит делает для своих лет? Он снимает ПК, снимает реальную жизнь. Хоть и мы какие-то идиоты, как, ну, как может показаться, но зато вы получаете, мы получаем эмоции, нам это нравится. Вы получаете контент. Да, вы получаете контент от двух идиотов, а мы получаем лютые эмоции.
Я надеюсь, что вы поддержите нас подпиской. Некита канал. Я теперь, ну, я почти ушел со своего. Буду больше сниматься на Некита. Потому что мне что-то, не знаю. Просто потому что хочу сниматься у Некита. И, ну, вот, все. Все, что я хотел сказать. Дальше центра. Ты начинаешь делать, как я начал делать в начале. То есть я начинаю дальше делать, ты начинаешь за мной. Ты его кр... Ёханый бабай! Знаешь, где твое колесо было? Вот тут. Ты на 2 сантиметра каждый раз больше. Все, давай. Так. Ну, мы реально жестко продвигаемся. Каждый день новое продвижение. Еще у меня в жизни в последнее время все начало продвигаться везде. Кроме учебы. Да, это не нужно. Учеба наоборот назад. Ну, вообще учеба реально, как мне, бесполезная. Потому что мы просто сидим, тратим время. Ну, не прям бесполезная. Ну, просто такие предметы. Ну, то есть, есть что-то полезное. Ну, многие предметы такие бесполезные. Я имею в виду, что так темы могут быть бесполезны. Ну, это тоже. Типа, по математике вот этот многочлен. Да. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, вот реально, ты сидишь один, примерно минут 15, делаешь хорошо 10, уже там умеет кто-то делать. Вот именно. Зачем просто? Когда можно выйти покататься, ну, или на турники, куда хотите, делайте, что хотите, лишь бы этого... Да, ну не то, что эмоции, но еще, чтобы было полезно. То есть какие-то навыки. А что ты просто сидишь? Ой-ой-ой, хорош. Ну, еще вот скорости тебе надо подобрать, но неплохо, неплохо, хорош. Еще футболом, кстати, я вообще занимаюсь. Что, вообще молодцы. О. Ну да, ты как? На самике катал, теперь на велике. Все, продвижение. Вода. Ну, хорошо, в принципе. Это какая? Так, ну что ж, смотри, четвертая попытка. Может, там вторая была плохая. Сейчас все будем четко. А что, тут светло, тут темно. Тут светло, тут темно. Прикольно. В той центре, в центре кадра просто держать. Ой, хорошо подлетел прям. Некит? Вес у тебя мобила чуть-чуть побита. Это ты тогда мобилу разбил еще? Да. Ну вот, помнишь? Ну, когда мы просто гуляли, я такой, алло, ты где ездишь, и да, у меня мобила падает. Да. Алло, ты где? А, нет, это мы шли уже там ночью по парку, и ты на камешек ее роняешь. Уже темновато. О, так лучше, наверное. Я сделал яркость, так как будто день. Нет, ты задним колесом. Некит зацепился задним колесом бортик, поэтому плохо вылетел. Елим папи, да. Да что такое? А? Я прям вылетел и обосрался. Так а что? Так лети, нормально. Так я просто ж не вылетал настолько высоко. Я вылетал, но... Так я тоже, я один раз обосрался, потом начал. Вот я тоже сейчас с одной педалью... Нога выскочила. Прям. Давай. Не, ну тоже неплохо. Просто передняя плохо улетела, так задняя. А задняя там же приземлилась, только левей. А тут... Нет, как же это пробить там выпорох? Ну я уже центр пробил. Не, заднее колесо вот тут где-то было, да? Где, где-то вот тут? Ну да, да. Сейчас да. Я попробую выровнять руль. Давай последнее. Пробуем. Кстати, в реальности намного темнее, чем у вас тут на камере. Вы видите, как будто днем все это. О, ну хорошо вот здесь. Так, так, я по камере смотрю. Ну, а сейчас наперед колесо выпрямлю. Вот тут у тебя было колесо, я по камере смотрю. Заднее? Да. Романа, как у тебя? Ага.
Давайте. Нормально, нормально. Ну, почти. Думаю, надо сделать побольше, с большой, потому что, ну, мы реально уже почивали там, но чуть-чуть там не хватает. Сидишь, у того чела скорость вообще небольшая, но он все равно... Ну да, но у него какая-то, я не знаю, вес, там, это, что еще. Ну, байк решает, а во-вторых, умение делать... Да, он умеет все там правильно, где надо, мне сколько надо. Мне как раз этого умения не хватает. Согласен. Вот с этим великом я могу сделать, но вот умение... Ну, можно просто по дебильным, у нас большой. Так. Да, похуже, намного похуже. Ладно, где было, где стало. Я предложил Андрею с большой, но он не хочет. Но я попробую с большой. На выходных, когда будет больше времени, но не сейчас. Ну, выходные завтра. Это настроиться еще надо. Поэтому завтра. А завтра когда выйдем гулять? Ну, а когда у тебя игры заканчиваются? Так я не знаю, или у меня завтра есть игры. А. Ну, как минимум две. Ну, тогда. Что с камерой, ребят? Ну, неплохо, неплохо. Ой, ну, по-моему, это хорошее было. Ну, это среднее между плохим и хорошим. Едем на большую. Ну, с большой мне сыкан, честно, ребят. Пока не дошел до этого. Я почему-то... У меня уже чисто с принципа я хочу добить с маленькой. Мне не... от этого банихопа. То есть я делаю, а потом не выравниваю руль и лечу просто вверх. Что? Ну, так вот. О чем я и говорил. Ну нет, это было не лучше. Ну я просто, я прикатался без крутых. Все, блин, ребята, плохо вкатил. Не знаю, где я был. Просто очень большая там скорость, реально. И думаю, что все, сейчас прям вылезешь, прям страшно даже становится, да, реально. Сейчас вообще не страшно. А скорость, оказывается, маленькая была здесь. Сейчас, Никит, с большой... Ты еще с большой будешь педали крутить? Ну, нормально, неплохо. Просто я когда крутну, я зацепился педали, оп, это. Вот. Ну, неплохо. Ну, надо тоже. Большой мне будет делать. Вот. Там больше возможностей. Нормально.